Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Таежный Роман. И сегодня мы с вами на этой красотке едем за Налимом. Ну и язя попробуем половить, не знаю. Для леща, конечно, еще рановато. Вот Буран довозит меня до сюда. Дальше пересаживаемся и погнали! Эй, ку-ку! Смешная. Эй, ку-ку! Нет дома никого. Ну что там, орнитологи, специалисты, есть кто? Пишите, кто это такой у нас. Мне вот это нравится выражение лица. Морды, смотрите. Красивая какая. Эй, ку-ку. Мышей смотрит. Сидит. Маленькая, наверное, размером чуть больше сороки. Дорогие друзья, в этот день у меня в планах была установка самоловок. Я думал, что на речке везде стоит лед, что я поставлю самоловки и поеду домой. Но когда я въехал на речку, я понял, что я немножко со временем не угадал. Река уже была открыта, поэтому я поехал, думаю, посмотрю, может где-нибудь найду местечко, где все же я смогу поставить свои самоловки. Когда я приехал на место, я увидел, что мужики уже сидят и рыбачат на открытой воде. Мужики попросили их не показывать. Ну, я к ним подъехал, посмотрел, что у них там десяток езей, наверное, был пойманных. Недалеко было пятно льда, такое, знаете, ну, остаток льда. То есть уже вода течет, а, видимо, в этом месте лед оставался, его не смыло. И один из мужиков мне такой просто говорит, типа, попробуй, вдруг Налим будет клевать, попробуй, типа, вот, посверлись. Ну, я думаю, раз приехал, что, надо попробовать. Отошел от них, просверлил лунку, просто наугад. Донки с собой у меня были. Ну и дальше вы увидите то, что было. Как говорится, и тут началось. Так, ребята, зацепил что-то такое на донку, чего я раньше не таскал. Вот он, подожди. Вон он. На, держи сам. Давай я леску подержу, а ты сам хватай. Подожди, стой, не, леску не держи. Просто протыкать? Да, конечно. Куда-то воткнул, а куда? Так, воткнул, вижу голову. Вот и вводить. Надо, наверное, раздеться. Подожди, давай разденусь. Держи, я его проткнул куда-то, держи просто. Держи. Ух ты! Вот это там да! Сейчас буду разворачивать. Тихо.
Тихо, 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 тихо. Ну, нащупай его. Так я нащупал. Не могу пальцы туда засунуть. Вот, 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 вот. Так. Поехали наверх. Все, ничего нет. О, бля. Вот это да. Хорошая. Оцепился, смотри, сразу. Машинка. А, да, тут треха точно. Он просто, наверное, за бок как-то повис. Да, за бок, да. Я, потому что он первый раз сорвался. Ты это, может, оставишь пока? Да. Смотри, крючок разогнулся аж. Все, он крючок разогнуло. Я охренел просто. Да, ну снасти сразу не выдержали, просто все. Все поразгибалось, бля. Смотри, не провались только. А то это будет фиаско. Это будет фиаско, братан. Хорошо бы горик, а вот на самом деле. Я бы так не вытащил, наверное. Только если бы вот рукой достал, ну и то бы, наверное, ушел бы он. Видишь, Макс уже старый воин, бля. Старый вепрь, как у меня говорит этот на работе парень. Старый мудрый вепрь. Две таких поклевки подряд, бля. Да, вот это фокус, бля. Вот это фокус. Бляха, муха, ни хера себе. Вот это лоси. Сейчас я не пожалел, что я на плотву не поехал. Так. Все запуталось. Как-то с пол воды схватил. Да, я донку вытащил, вот собирался это. Идти за камерой. И он хапнул. Хапнул, будь здоров, конь. Первый-то вообще, блин, этот как-то непонятно. Первый-то жахнул вообще жестко. Да, хорошо крючок вот этот вот. Спас положение просто. О, брал. Это или налим, или мелочь какая-то. Наверное, налим. Наверное, налим так берет. Хотя я не уверен. Есть. Идет, 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 идет. Опа. Эти сумки, блин. Охренеть, блин. Ну, Пашка, зря ты не поехал, зря. Пашка, тут такая вода соленая-соленая, как твои слезы на работе. Смотри, какого дурака поймали. Вот это червяки. Аккуратно так брал. Как плотвичка, блин. Окунь просто хороший. Ну эти живцы. Я же говорю, самоловки ехал ставить. Ехал, смотрю, уже волна гуляет. Думаю, да. О, клевал. Бляха, сорвался. Ты мясо-то насадил, Лёх? Да у меня блёсны. Поразранял, ёбаный. Сорвался, гад. Наверное, все стянул.
Да, он весь такой, как иголками. Привал. Собака. Можно глаз подсаживать просто. Ну, наверное, да? Почему нет? А как она выглядит? А? Как она выглядит? А вот, блеча такая, шувелка. Вот, видишь? Ох! Нормально. Бляха-муха, лишь бы крючок выдержал. Вот это да! Я-то... У тебя точно, Леха, смотри, чтоб тебя не замотал, смотри. Она пускать сейчас буду туда. Ух ты, ёпрсте. Давай, крючочек, держись. Ты посмотри, он метров по 5 разматывает, заматывает. Это еще больше монстр. Я-то думал, что у меня глубина поменялась, а он уже взял и тащит, бля. Ты представляешь, да? Иди к папке. Нет, промахнулся. 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 Ну, от дна поднимаешь немножечко. Я не знаю, я не специалист в этом деле. Сам в шоке, бля. Что так берет? Бляха-муха, где ты там есть-то? А, я его подсек, забагрил за хвост. Я его за хвост подцепил. Вот он и кажется таким большим. На самом деле не очень большой. Ну и где ты там? За хвост-то я еще не таскал. Смотри, хвостом вперед идет. Зубами! Я хотел попробовать зубами. Реально действует, да? Руками не взять. Ну, да. Вот это да. Ты посмотри прям как вот. Прям за письку, блядь. Да, вот потому мне и показалось, что тяну что-то нереально большое. Ну и он так хороший, слушай, на Анкива 802. Да, вот это рыбалка. Как-то подсекся так интересно. Охренеть, бля. Ой, Пашка, зря не поехал. Будешь плакать теперь. Будешь смотреть и рыдать. Будет смотреть и рыдать. И батю звал, говорю, ну видишь, мы... Я говорю, поехали самоловок на хоть поставим, может на лимы попадут. Ну, блин, слушай, с одной лунки четверых. О, пятый. Наверное. Что-то поменьше идет. Может ясь? Я того выпустим. На тропе 100%. Да? А?
Думаешь? Да. Ну, этого мы выпускаем, малыша. Давай, иди к папке с мамкой. Расти до нужного размера. Да. Жопой так и пошел вниз, бля. Смотри, этого не показала. Какой-то голубой тебе на лим попался. Жопой пошел. Я даже хочу посмотреть, чтобы на лим у тебя клюнул. Ты знаешь, я тоже хочу, как ни странно. Да? Точно? Ага. Сейчас клюнет. Подожди. Конечно, это блесна на окуня на такого. Кстати, вот зубами доставать — это действенный способ. Я все сомневался, но, блин, руками я бы его назад не вытащил. А зубами вцепился и вытащил. Так что всем советую. Но правда, после налима зубы надо чистить. Черная эта херня между зубов застряла. Что, поймал? Нет. Не, так. Пятый с лунки был. И один еще сорвался. Если бы ты раньше пришел, уже десяток бы, наверное, поймал бы. Да если бы я знал, что клюет, я бы с вами не болтал бы, блин. А то я там 2 часа только языком прочесал. Да? Тебя хоть уговорили. А я на самом деле думал на плотву ехать. Попробуй, говорит, а вдруг... О, рыбу показывает. Блин, это может лещи какие ходят, не? Может. Хотя возле дна. А что, лещ по дну не ходит? Не, возле дна, ну... Главное, чтобы сейчас светилось что-то, ему фосфор нужен. Во-во-во, вон алим показывает. Летящий, если нужен что-то. А что-то вся вода в пузыриках каких-то, как будто малек играет. О, есть! Охренеть, бля. Ребята, это просто в шоке, бля. Сразу и выплюнул. 6-й, бля. А ты что на рыбалку приехал? Тебе что, есть нечего? Это ты сейчас кому сказал? Леха сразу протрезвел, смотри. Я уже давно трезвый, просто плохо чувствую себя. Уже 3 дня как не пью. Ну, вот ты в отходниках, да? Ну, не хочется пить, и противно так будет, что это... Я же предлагаю, не хочу. В поселке уже пить-то не с кем, наверное, да, тебе? Все поумирали, блядь. А вы, наверное, не увидите. Хороший, блин, но зараза, какой бойкий, а? Поклевка была, дорогие друзья. Как-то странно идет. Опа. Сейчас мужики обратно придут. Вперед, вперед, налим, дорогие друзья. Вперед, налим. У меня тут все перепуталось. Ха-ха, хватает. Ну, небольшой, наверное. О, есть. Кто-то к нам идет. О, ну что такое? Давай, заходи. Опа. Давай, плыви. Давай. У него вон тут ранка. Вот тут. И вот тут у него кто-то кусал сверху. Я таких обычно не беру, выпускаю. Даю им шанс еще.
Раз им судьба улыбнулась раз, значит они счастливые. Их отпускаю. Ну ты и толстый. А, бобер? Сюда сейчас будем вылазить. Все, зашел куда-то. О. Большой. Ладно, поедем, что. До дома. Так что, дорогие друзья, вот такая вот получилась у нас рыбалка с вами. Не забывайте написать комментарий, поставить палец вверх. Всем удачи, всем пока. Увидимся на канале.